Добро пожаловать в игру о создании игр. Добро пожаловать в Game Dev Tycoon. В этом небольшом видео мы познакомимся с игрой и увидим, что она из себя представляет. Для начала создадим свою компанию разработчика, а заодно и своего персонажа. Не забудьте дать название компании. Наша будет называться Fly Games. Что ж, самое время создать нашу первую игру. Выберем тематику. Она дается случайным образом. Теперь выберем жанр и платформу, на которой будет выходить наша игра. Дадим имя нашей первой игре. Выберем вид графики, на который будет создана наша игра. Перед нами первый этап разработки. Здесь мы можем распределить такие характеристики, как движок, геймплей и сюжет. На втором этапе распределяем диалоги, дизайн уровней и искусственный интеллект. На третьем – дизайн мира, графику и звук. Смотрим полученный опыт за разработку нашей игры. Проанализируем нашу игру. А вот и обзоры. Оценки неутешительные, но не будем останавливаться. Появилась новость о нашей игре и нашей компании. А вот и анализ нашей игры. Давайте посмотрим, что стало с нашей компанией спустя некоторое время. Компания переехала в новый офис. У нас появились сотрудники. Появилось много возможностей по созданию игр. Минуту. Похоже, в одной из наших игр обнаружились баги. Мы можем выпустить патч, или же проигнорировать наших фанатов. Давайте выпустим патч. Мы можем сделать патч, даже если в это время идет разработка другой игры. Пришло время создать продолжение одной из наших игр. Выбираем одну из ранее выпущенных нами игр. Даем название продолжению. Указываем стоимость разработки. Чем она больше, тем лучше у нас может получиться игра, и тем дольше уйдет времени на ее создание. Выбираем категорию, детская для всех или взрослая. Жанр, платформу и игровой движок. Платформ теперь может быть несколько. Теперь на этапах разработки мы можем выбирать возможности, а также указывать персонал. Нашей игрой заинтересовалась СМИ. Мы можем дать им комментарий по поводу нашей игры или же проигнорировать. Перед моментом выпуска, мы можем поменять название нашей игре. Давайте посмотрим, как оценили нашу игру. Конечно, это не все. Вы увидели лишь часть игры. Мы не показали вам, как можно создать свою консоль, как проводить исследования в лаборатории, и многое другое. Все это вы поймете сами, когда будете играть.
Спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось. Желаем вам приятной игры.